Друзья, в продаже у нас появилась Kia Rio X 2021 года на бензиновом двигателе объем 1,6 литра, 122 лошадиные силы. Автомобиль на автомате, на переднем приводе. Имеет электронный ПТС, всего один владелец. Автомобиль приобретался у дилера в Красноярске. Оригинальный пробег, полный комплект ключей. Автомобиль рестайлинговый. По комплектации у нас 4 электростеклоподъемника, электрегулировка зеркал, круиз-контроль, мультируль, штатная мультимедиа, кондиционер, USB-порт для зарядки, 2 прикуривателя, обогревы передних кресел, обогрев руля, тканевый салон, все в отличном состоянии. Сзади у нас электростеклоподъемники, лева. Автомобиль в отличном состоянии, как технически, так и косметически. 21 года. Дилерский, с полным комплектом ключей, с оригинальным пробегом.